Друзья, всем привет! Вы на канале «Инотстроит». В сегодняшнем выпуске я вам покажу посещение мое как участника банного спаса. Сейчас пройду полностью, покажу, постараюсь. Вот, а пока начну со своего места, со своей бани-палатки с печью от компании «Технолит» «Искандер-25». Сейчас там как раз уже парят. Немножко загляну, если можно будет подснять, подсниму и покажу. Приятного вам просмотра! Ну что, друзья, вот так вот выглядит моя палаточка. Здесь много-много вот так вот. Давайте покажу. И дальше туда тоже очень много различных банек, палаток. Наш лагерь. Там кушаем, готовим. Сама баня. Такие вот у нас флаги висят. Давайте начнем с этого. Развернем немножко. Ветерочек немножко не в ту сторону. Вот такой флаг здесь. Вывеска такая. Баннер, такой флаг, такой баннер. В общем, все та же самая баня-палатка. Компания Морж. Трехслойная, повторюсь. Вот внутри, смотрите, как красиво. А снаружи влагоотталкивающий слой. Внутри тоже специальный. Внутри синтепон, она утепленная, размерами 2,30 на 4 метра. Вот перегородка. Там сейчас идет парение. Петр, обратную связь по печи, самое главное. Печка бомба, намного мощней, чем требует эта палатка. Но если пармастер понимает, что делает, то управление стопроцентное. Рекомендую, значит. Очень. Спасибо. Друзья, вот такая печь, повторюсь, Искандер-25, компания Технолит. Ну ты же подтверждаешь? Ты опять шоколадкой я с чаем. Я шоколадкой с чаем, понимаешь? Вот, в общем, выглядит она, друзья, вот так. Я пытаюсь нормальный дубль сделать, а я шоколадкой с чаем. Все красиво. Я пришел... Зачем пришел, то я здесь нашел. И, ребята, это просто бомба. Как пар. Пар вот он стоит. И вместе, вместо слов всех вот. Благодарю. Поздравляю. Легкого пара. У меня есть легким паром уже. Друзья, обещал познакомить вас с командой. Ксюша, пармастерица. Скажи несколько слов. Я ем шоколадку. Ничего страшного. Понимаешь, я ем вот эту неоформленную шоколадку. Ничего страшного. Ты ее убери. Как тебе вообще фестиваль? Офигенно. Только я не хочу. Как шоколадку, печка. Понимаешь? Печка классная. Вообще пар держит великолепно. Сам парок тоже шикарный, да? Мне очень понравилось. Несколько человек попарило. Им тоже очень понравилось. И вообще... Супер. Молодец. Печка. Только, понимаешь, приятного я ем аппетита. Шоколадку. В общем, друзья, одна из представительниц нашей команды. Дальше еще возьмем обратную связь из нашей же команды. Все узнаете. Друзья, сейчас нахожусь в бане, в палатке. Елена, еще один участник нашей команды. Вот. Пару слов о фестивале, о печи, о паре, вообще все как происходит. Потрясающий фестиваль. Очень много приехало пармастеров, с которыми мы уже знакомы. Вот. Прям такая
хорошая, хорошая команда, хорошая публика, очень много творческих людей, очень творческий подход. Вижу, что каждый хочет как-то найти, чем выделиться, чем привлечь внимание. Вот. И хочу сказать, что наша палатка «Технолит», она собирает очень много народа вокруг себя. Вот. Мы привлекатели для многих, это очень приятно. Совершенно потрясающая печь. Прямо... Ну вот для этой палатки прям немножко чуть-чуть прям вот народ поддавать, да, и очень яркий пар. Гости наши это ценят, потому что все привыкли к небольшим печам в мобильных банях, где не всегда получаешь достаточно тепла и эргономики. А тут прям вот приходит за вкусным паром. Отлично. Друзья, вот такая печь, повторюсь, Искандер 25, компания Технолит. Ну ты же подтверждаешь? Ты опять с шоколадкой я с чаем. Я опять с шоколадкой с чаем, понимаешь? Вот, в общем, выглядит она, друзья, вот так. Я пытаюсь нормальный дух сделать с шоколадкой с чаем. Все красиво. Ну что поделать, ты все время ешь. Так, друзья, у нас также... Было запущено обливное устройство, дети оценили на славу, в общем, балуются, я тоже попробовал, прям по красоте. Обе. Друзья, я подошел опять к баньке в автомобиле. Здесь находится продукция компании Woodson. Представитель Сергей Владимир Стальмастер. Да, ему огромная благодарность за обливное устройство. Но у нас тут устроили потоп. Целое болото. Благодарность за потоп. Да, благодарность за потоп. Благодарность за обливное устройство, но вот такие казусы бывают. Вот теперь вернемся к продукции Woodson. У меня также используется сейчас в бане под парение вот такой матрас. Покажу позже. 3 дня работы и что с ним стало. Есть такой валик. Я использую шапку, одежду для пармастера. Вот. И вееры тоже у меня есть. В общем, данной продукцией очень доволен. И вам тоже рекомендую. Переходите к ним на сайт. И все приобретайте. Также вот воск, масла. Для бань все натуральное. Владимир, ваша продукция где? Наша, давай пройдем. Мы ее сзади спрятали. Ваша вот здесь, да? Да. Печи. Малая часть, что нам оставил Woodson от машины. Да, мы с ним бились за каждый метр. Здесь представлены наши печи. Наши баки, наши обливные устройства и немножко дымоходов тоже мы поставили для того, чтобы люди могли посмотреть по максимуму ассортимент нашей компании. Супер. А это обливной, этот айсберг, это да? Это айсберг, да, первой генерации. А у нас куб. А у вас вот куб. Айсберг куб. Да, это новая генерация, скажем так, в немножко ином оформлении. Но это ультракомпактная модель, которая подойдет именно ну, для бани, для частного использования больше, потому что у нее очень небольшая высота. Так, давайте посмотрим. Да, то есть в данном случае там установлены 2 резервуара, и можно вылить сначала 10 литров на себя, потом еще 10, а можно вылить и сразу все 20 на себя. Но они также есть и большим объемом. Есть объем 30 литров, но он с одним резервуаром, есть объем 60 литров, там уже 2 стоит. Но это больше для коммерческих, конечно, целей. Понял. Ну, хотя, кто-то может... Я что хочу сказать, чтобы здесь не организовывать потоп, я там немножко клапана подкрутил, и в данном случае сейчас здесь не 20 литров, а где-то 10. В одном пятерочка и в другом пятерочка. Хитрите. Чтобы мы тут не плавали. Чтобы вы не плавали. Чтобы мы плавали, это не проблема, да? Я там тоже вроде что-то подкручивал. Благодарим за информацию. Да, и, кстати, посмотри, вот новые баки мы выпустили. Слегка измененным дизайном. Да. Они у нас называются... Сейчас стаканчики уберу. Да, это диаметрическая такая у нас. Да, если особенно так посмотреть, это все видно.
Ну и отсюда вот тоже интересненько. Понял. Благодарность вам, господа. Спасибо вам, заходите. Обязательно.